там заходил в руку. На цыпочке или так оставить? Они, ну... Вылакай, вылакай, он не проходит. Это дрожь. Тот, который в том году не хотел клевать, да? На что клюнул? Шеф 3 дюйма виолет. Ага. А ну-ка поделись с приманочкой. Теперь отпускай. Логичным продолжением в линейке виброхвостов после Визи стал Визал Шед. Как правило, после того, как акватория нового для нас водоема изучена миниатюрным Визи, с помощью которого удалось выявить наличие реактивного хищника, возникает необходимость отсечь атаки мелкой рыбешки и сосредоточиться на ловле более крупных, а зачастую и трофейных экземпляров. Визал Шед как раз именно та приманка, с помощью которой следует отправляться на целенаправленную рыбалку по крупной рыбе. В его конструкции особенно стоит отметить крупный массивный пята, который делает работу этой приманки привлекательной для крупной рыбы. Шадик. Жерех пошел. Визл Шед 2 в большей степени нацелен на ловлю крупного окуня, а также судака и щуки средних размеров. Но при выборе размера приманки на каждом отдельно взятом водоеме следует учитывать средний размер кормовой базы для хищника, которые населяют этот водоем. Зачастую даже особо крупные особи питаются исключительно рыбешкой размером 5-6 см. В таком случае Визл Шед 2 способен приятно удивить рыболова размером и весом пойманных трофеев. Также неожиданные результаты дали некоторые эксперименты с телом этой приманки. Казалось, что Визл Шед 2, оснащенный шарнирным монтажом, с легким порядка 4-5 грамм грузом и оборванный накануне окунем лопаткой хвоста, на равномерной проводке является весьма уловистой приманкой при охоте за жерехом. Наиболее крупный на данный момент в линейке виброхвостов Fishup Визл Шед 3 предназначен для целенаправленной охоты за крупным хищником. В списке трофеев данной приманки отмечены щука, судак, сом уже совсем не детских размеров. Диапазон применяемых весов оснасток для данной приманки находится в пределах от 5 до 20 грамм, в зависимости от условий ловли. Также стоит сказать, что при использовании Визл Шед 3 с одинаковым успехом можно применять как шарнирный монтаж, так и джиголовку без отливки на цевье крючка.